Получилось. Ты помнишь матушку? Вы сделали ваши уроки, сударь? Нет. Что нет? Ступай домой. Ты помнишь? Ты помнишь матушку? Ты помнишь, как она тебя учила читать? Ты помнишь, как она тебя учила читать? Ты помнишь ее голос? Ты помнишь матушку? Ты помнишь матушку? Ты помнишь матушку? Вещи не слушаются меня. Вещи не слушаются меня. Какая тяжелая ложка. Невозможно открыть окно, посадить ребенка на колени. Вот желтый цветок, вот красный цветок, вот белый цветок. Какой тяжелый синий цветок. Цветок тяжелее ложки. Вот кровь. Я боюсь крови. Я подарю тебе бинокль. А Сонечке подарю еще одну куклу, чтобы дети помнили свою маму. Запрещаю! Я генерал и не позволю плевать мне в кашу! Я все запрещаю! Я все запрещаю!
я все запрещаю. Ты моя старушка, или бурица, и мой друг утомлена. Вследствие вышеизложенного. Вследствие вышеизложенного. Надлежит очистить подвалы и развалины. Надлежит очистить подвалы и развалины. Бывшего графского замка. Бывшего графского замка. И воспретить воном пребывание. И воспретить воном пребывание. И ночлег лицам. И ночлег лицам. Не имеющим постоянного места жительства. Не имеющим постоянного места жительства. Благонамеренного занятия. Благонамеренного занятия. Принимая во внимание рекомендации их сиятельства, разрешается временное проживание в развалинах замка слугам, бывшим их сиятельства, согласно перечню, представленному бывшим графским служащим. Жан, всего лишь Жан. Справедливость, высокая справедливость. Ну вот, одни требуют справедливости, другие потолка. Зачем было дымить? Мне дано это понимать! Мне дано это понимать, мне дано это знать! Жан! Бурное осенние ночи я явственно слышал, как из-под земли несутся крики. Это турки! Да. На чьих костях покоится замок? Это турки возятся под землей и громко укоряют старого графа в жестокости, тогда в залах блицает оружие. И Саулы громкими криками взывает казаков. Да, Жан, да. Как хочет, так и бросает. Это его дело. Да, ладно, да, не останавливай свои правила. А ты смотри, что мне не проиграть. Какое твое дело? Карту. По банку. Ты, дай яблочко откусить. Еще одно. Отстань. Пан господин, а пан господин, еще дайте яблочко откусить. Будьте добреньким. А меня тоже Вася зовут. Еще одно. Я даже слышал совершенно ясно, как покойный прадед Грабов выехал на середину и громко кричал. Молчите, нехристи! Да. Молчите, нехристи, да. Недобитые! Уходите! Я камердинер. Да, да, Жан, да. Мой дед камердинер? Да, 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 Жан, да. Мой прадед камердинер? Да. Я камердинер, а не какой-нибудь турок или злуд. Да. Нет, 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 нет. Я камердинер? Да, да, Жан, да. Да. Когда юго-западный ветер вырвался из-за камышей, тополя гулко качались, и сквозь них поблескивали окна, и замок, казалось, кидал угрюмый взгляд. Потомки графа давно оставили жилище предков, но мы их верные слуги. Ваше благородие! Ваше благородие! Браво, 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 браво. Глядите! Это же лук! Дня видел многократно. Ваше благородие! Как папонька? Мамонька? Слава ли Богу, здравствуют! Слава Богу, убирайся. Слава Богу, сударь! Лучше всего! Как детки? Здравствуют! Супруга! И деньги были, и дети были. А теперь вот нет ничего. А вот мой папа был военный, так он все время переезжал. Ну, и мы вместе с ним. Знаете, как семья военная. А какой час? А мы не знаем, какой час. А закурить? И закурить у нас нет. Если куришь, должен табак при себе иметь. Я за частную собственность. На вино деньги находишь, ну и на табак тем более должен находить. Генерала Туркевича бить! Как христианин прощаю, однако как дворянин не могу. Кровью смыть! Вот тебе кровью. Я не признаю перемирий, не признаю нейтралитетов. Я все запрещаю.
Я все запрещаю! Я запрещаю! Я все запрещаю! Ты же знаешь, я запрещаю лицемерить и красить волосы. Мама. У меня сестра была, отца, матери не было. Говорят, привычка вторая натура. Он был не молод, хотя возраст его предыдущий. Пан Валентин, добро пожаловать, пан Валентин. Пан. Господин Валентин может остаться. Пан Валентин знает латынь. Пан Валентин и двое-трое близких друзей пана. Пожалуйста, располагайтесь с нами. Добро пожаловать. Пан может остаться. Я хитрый. Одного тебя в лесу встречу, глотку перерву, пожалуй. А тут я тебе в ноги кланяюсь. Зачем? Пан Валентин, зачем? Зачем? Ваше превосходительство! Случилось неблагополучие! Ваше превосходительство! Скончался скоропостижно старик! Зовут Жанну. Пан Валентин, зачем? Зачем? Вы, вероятно, меня не поняли. Вы можете остаться! Я здесь с тобой? Я? Я здесь не живу! Пан Валентин. Господин профессор. Ваше превосходительство! Я не позволю плевать себе в кашу! Не позволю! Я генерал Туркевич! Я генерал! Теперь сын почтенных родителей может спокойно посещать наш замок. Ибо найдет здесь вполне порядочное общество. Однородный, тесно сплоченный кружок. Зачем вы прогнали этих людей? Это мне не нравится! То не люди! А ты сам кто такой? Ты нищий! Ты нищий! Не уходите! Не плачь, дам калач, не реви, дам три. Жребий странника, путь дорога. Хорошо идти ночью, милостивый государь, поля одеты мраком, а вот в стороне роща и соловей заводит песню. А вы куда путешествуете? В Париж и поближе, в Италию и так далее. Я и моя сестра лучшие люди в городе. Спасибо. Все эти существа вроде нас с вами, друзья мои, все эти могильные черви, говорю я, отправляя неизвестным образом свои жизненные функции в обратном направлении. Возрите на птицы небесные, сеньоры, мы, сеньор, те же птицы, не сеем, не жнем и в житницы не собираем. Согласитесь, мы окружены питательной средой, существование которой с точки зрения животной экономии должно быть признано идеальным, ибо получать от жизни, возможно, боли при, возможно, меньшей затрате энергии. Не в этом ли состоит основной принцип приспособления? А приспособление, господа, это закон жизни! Доброе утро, добрые люди. Добрый вечер. Бонсуа. Как вечер? Не утро? Вечер, вечер, вечер. Когда долго просидишь под землей, теряешь ощущение времени. А я неделю не вылезал. Плюс бессонница, нервы. Бонсуа. Шаль, дай поносить шаль. Шаль. Это исключено. Шаль. Это исключено. В общем, утро или вечер, добро пожаловать. Куда же мы? У нас, конечно, направление. У нас, конечно, сыро. Ну, я думаю, что не помещение, а индивидуальность человека определяет меру возможного для него счастья. Ты знаешь, в конце концов, находясь в одном и том же помещении, люди живут все же в разных мирах. Меланхолик примет за трагедию то, в чем сангвиник увидит лишь интересный инцидент. А флебайк вообще не обратит внимания. Источником всех наших наслаждений, всех мучений являемся мы сами. А куда же мы в конце концов идем? Деревья!
Все кланяется козлу. Все кланяется козлу. А матрасчик прекрасно заключено. Столько намеков на ужасно. Столько намеков. Глаза его загораются лихорадочным блеском. Ноги вытирайте! Ноги вытирайте! Сейчас загорятся синие огни. Все гуси спят, все утки спят. Одна ты не спишь, руку варишь. Все утки спят, все гуси спят. Одна ты не спишь, руку варишь. Все гуси... Да я не хочу тусить! А я не боюсь кладбища. Тут моя мама. Выносите, господа, все выносите. Посмотрите, все это лишнее. От головы нам все выносите. Все. Все. Господи, смотрите, от головы нам это вот это партий. Лишнее. Это покойница тоже покойница. Господа. Беда. Господа, смотрите, возьми. Да, зачем? От головы до хвоста 7 метров, а хвоста... Выплюнь. Да. Зло срамота. Это на. Да. Побольше, пошире рот. Куда деваться? Все вносите. Голубую комнату. Там куда хотите? Там открыто. Все, вносите. Не надо, голубую комнату. Не надо красивых комнату. Лишних вещей. Ничего лишнего. Стол, стул, кровать. Стулья. Человек должен быть свободен и одинок. А детей в приют. Свободен и одинок. А детей в приют. Да. Ну, куда привязан. В голубую комнату. Не надо. Голубую комнату. Человек будет свободен. Та, которая сизая! Выносите. Все выносите. Моя жена умерла. А куда ты ее взял? Зачем ты ее взял? Она там стояла. Чем ее продать? Зачем ты ее взял? Хочу излечиться. Это можно склеить. Это можно склеить. А ты стой на одной ноге. Вторая это лишняя. Стой на одной ноге. Боже, как я. И слов-то столько лишних наговорил. А ты говори только да и нет. Прости, мы все лишние. Да и нет. Это можно склеить. Это можно склеить. Что, моя душенька? Куклы мои дочки, папа их не выгонит и не выбросит, нет, нет, правда? Нет, мы папе не дадим. Да. Не дадим папе. А вот. Это тоже голубой. Да, обойдите детей. Да. Нет, Сонечка, братец, нам не компания, братец озорник, известно какой. Не надо, отойдите от нее, я же сказала. Мы сейчас в куколки пойдем играть, Сонечка, в куколки. Отойдите, я сказала вам. Ну, отойдите же, я вам сказала. Да, отойдите же, я сказала вам. Получай. Пойдите в свою комнату, пожалуйста. Беги. Из детских ничего не дам выносить, иначе уйду. Уходите в свою комнату, уходите, я сказала. Любовь не есть справедливость. Любить больно. Осторожно с ним. Любить трудно. Не пройдешь. И, наконец, любить несправедливо. Видишь, я слишком любил твою мать, и теперь я наказан. Я не могу ее забыть. Хочу забыть. И не могу. А почему так хочется пирожное, а потом так противно? Любовь и ненависть умножают несправедливости и без того несправедливого мира. Ты видишь, как Соня походит на матушку? Нет, у нее красные щеки, она толстая. Да, у меня красные щеки. Я толстая, я красивая.
красивая. А, да ты забыл ее. Чего я не забываю. Посмотри, какие у меня ручки, ножки. Я мячик. Ты сделал твои уроки? Да. А где бинокль? Ты потерял его? Папа, сейчас же каникулы, уроков нет. Да, дети здоровы. Дети сыты и здоровы. У них есть все необходимое. Они вырастут и... Вам хорошо живется, дети? Тебе хорошо живется? Я спрашиваю, тебе хорошо живется? Да. Ты потерял бинокль? Да. Ты знаешь, кто ты? Да. Я дурной, испорченный мальчишка с черствым и эгоистическим сердцем. Ты считаешь, что я несправедлив к тебе? Быть справедливым означает воздавать по заслугам и исполнять свой долг. А Соня? Соню не любить? Соня твоя сестра. Ты твой долг? Твой долг? Нет. Чернильницу необходимо верните. Да, да. Катя, где ты здесь была? Ла-л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 а-
хочешь. А я знаю, что тебе нужно. А вот еще яблоки. А вот еще яблоки. А вот еще яблоки. А вот еще. Я сейчас. Зачем ты сюда пришел? Разве я в твой сад лазил? Ты мне нравишься! Как тебя зовут? Я тебя приглашаю! Ты мне не компания. Почему? Потому что твой отец пан судья. Ну и что? Ты же будешь играть со мной или с отцом? Ну ладно, я Валек. А я Вася. Стой там, стой на месте, я тебя поведу другой дорогой. Только ты не бойся. Да не бойся ты, я тебя просто поведу другой дорогой. Да не бойся ты! Вот так! Осторожно, не бойся! Вот так, не бойся ты! Я тебя просто поведу другой дорогой. Да не бойся ты, не бойся. А как твое имя? Маруся. А ты мне веришь? Я тебе верю. Маруся, Маруся, где ты? Это ты, Маруся? Маруся, я ничего не вижу. Я тебя не вижу, Маруся, где ты? Маруся, Маруся, где ты? Я тебя не вижу, я ничего не вижу, Маруся. Маруся, где ты, Маруся? Маруся, Маруся, где ты? Я тебя не вижу. Иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне. Иди сюда, иди сюда, иди сюда ко мне. Иди сюда, иди сюда ко мне. Иди сюда, иди сюда ко мне. Перед ним гора крутая, вокруг нее страна пустая. Под горой черный холм, он туда скорее идет. Перед ним во мгле печальный гроб качается хрустальный. Господин, дайте копеечку. Ваша маме до всегда копеечку не давали. У меня нету копеечки. Возьми кнопку, если хотите. Блин, что у меня есть? Красивая, правда? Гоп, соп, и шла коза. Гоп, соп, и нет. Я ваш черт! Да здесь мы живем, здесь! Соп, и шла коза. Гоп, соп, и нет. За на все покил. Жил судья в большой и грозный в старом темном замке. Гордо он ходил. Все вокруг трепетали, даже издали завидя, когда едет на карете в город на базар. Пан судья. Вот так и запеленаем. Кукла. Оп, стоп, шла коза. Оп, стоп, шла коза. Оп, стоп, шла коза. Оп, стоп, шла коза. Ля-л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 я
она не любит играть. Марус любит играть, Марус не умеет. Это от сырости, от серого камня. Камень. Серый камень высасывает жизнь. Так говорит Валентин. Он знает. Валентин знает. Серый камень высасывает жизнь? Должно быть. Марусь, это бывает по ночам. Ты хочешь выйти на волю? А если развеешь другой? Потерпи немножко. Ты мне опять шапку на глаза насунул. Ты мне не веришь, да? А Валентин дальше говорит, у необходимости свои законы, и она вынуждает меня так поступать. Никто не ест цветы. Кто ест цветы? Никто не ест цветы. Кто ест цветы? Никто не ест цветы. Почему Марусе не дают яблоки? Замолчи, я тебе говорю. Значит, мне уходить пора. Замолчи, я тебе сказал. Отпусти меня! Замолчи, я тебе говорю. Отпусти меня! Замолчи, не кусайся! Вася, дай Марусе яблоки! Я бы дал сюда Марусе, но яблоки я тебе сказал. Вася, дай Марусе яблоки! Замолчи, я тебе говорю. Вася, дай Марусе яблоки! Молчи, я тебе говорю. Никому не скажу. Айда. Я прыгаю, как мячик, а ты кто такой? А я знаю, кто ты такой. Ты бродяга, испорченный мальчишка. Я уже в полуночи. Ты маленький разбойник. У тебя дурные наклонности. Чему ты, сестричка родная, ты учишь, а? Бродяга, полуношник, разбойник отпетый, мальчишка негодяй. Стыд-то какой, позору не отберешься. Ты, братец озорник, известно какой. Тебе спать давно пора. Это воротничок? Ты не кот, мальчишка. Это ваша мама, покойница, мне своими собственными руками эту косыночку подарила. Не смей так говорить. Это мамин воротничок. Ну, боже мой, ну возьмите и все ваше. Но покойница сама, сама своими собственными руками мне эту косыночку. Это мамин воротничок, и мне не нравится это слово. Что, косыночкой называют? Нет, нет. Ну пусть, пусть воротничок будет, но покойница не своими руками. Нет, не смей это говорить, мне не нравится это слово! Ну покойница! Сегодня кошка съела птичку. Кошка злая. Нет, голодная, спи. А птичку жалко? И птичку жалко, и кошку жалко. Спи, говорю. Ты на место. О! Фу! Что такое? О, стекло разбилось. Оно само разбилось. Такое? Я не виноват. Да на кого ж ты нас оставил?
Матушка! Ой, матушка! Ой, ты на кого ж ты деток сироток оставила? Господин судья, я обладаю большой изобретательностью. Говорят, я где-то когда-то был гувернером. Я не истощен в остротах и прибаутках. Я сам изнемогаю под градом своих парадоксов. Мне открыты двери лучших рестораций. Мне также приписывают отличные сведения по части колдовского искусства. Я не нахожу тех слов, которыми я мог бы все это вам объяснить, хотя я долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи. А если вы подъедете к нашему местечку с восточной стороны, то вам прежде всего бросится в глаза наше лучшее архитектурное украшение. Тюрьма, не правда ли? Красивое здание. О, церковь тоже красивая, вне сомнений. А вы не убираете вашу руку, господин судья. Что ты на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга. Ты меня кормишь, а я все равно скажу тебе, кто ты есть, и угощение твое заругаю. Добрые люди! Валентин, ваш покорный слуга, самая замечательная личность из всех, кого я встречал, самая проблематическая натура. Деньги нонсенс. Почему кричишь? Ты кто такой? Ты кто такой, говорю? Я не боюсь, ты почему кричишь? Ты кто такой? Вася. Первый раз вижу. Вы меня забыли. Не знаю, не помню, отстань. А ты посмотри на меня, ты вспомнишь. Ты вспомнишь мое лицо, вот мое лицо. Ах, вот твое лицо. Твое лицо. А вот так? Теперь вспомню. Теперь вспомнил. Ты, Вася. Можно еще раз приду? Ну, ты пригласи меня, пригласите меня. Ладно, рискнем. Дома никого нет. О, сейчас подвешу над огоньком. Зажарю! А? Славный мальчишка, сытенький! А? Сытенький! Раньше не я, а сейчас попробую. Да не имею ни другой пищи. Ты мне ничего не принес. На, возьми. Я пошутил, пошутил. Мы будем сегодня обедать. Маруся будет сегодня обедать. Сколько раз говорить, чтобы никого не приводить сюда. Здесь пол не метен, грязь развели. Ноги не вытирайте. Я накажу. Я буду строго наказывать.
Здесь не гостиница, не приют. Голос у вас серебряный. Я богадельня. Я забыл матрас. А может, его украли. А матрас... Разгрялся. Смотри, какая у нас Маруся. Красивая. Волосы нежные, глазки ясные у нашей Маруси. Это у нее от лихорадки глаза блестят. А ты не понимаешь? А вот этого говорить не надо. Ты зачем даешь ей яблоки? Просто так. Кто велел тебе это делать? Ты зачем даешь ей яблоки? Он зачем дает ей вот яблоки? Вот я и спрашиваю, зачем он дает яблоки. Слушай, парень, кто тебя подослал сюда? Никто, я сам пришел. Зачем? Мне интересно. Чего интересно? Жизнь изучаешь? В помойках копаешься? Пан судья посещает бедных. Да, посещает. О, пан судья изволит сердиться. Там у тебя гостиная, прихожая, рай на земле. А, пан судья, будешь нас судить? Я не судья, я Вася. Это не имеет значения. Вот он нищий, и я нищий. Я краду, и он будет красть. Твой отец судит меня, а ты когда-нибудь будешь судить его? Нет, я никогда не буду его судить. Он не будет судить. Ой, не зарекайся, парень, не зарекайся. Не зарекайся. У каждого своя дорога в жизни. И когда ты будешь судить его, то вспомни то время, когда вы оба были дураками, играли вместе. Ты шел по своей штанах с хорошей провизией, а он бежал по своей дорожке, оборванный, с пустым брюхом. А впрочем, если пан судья узнает, что ты был здесь, то ты запомни. Я никому никогда не скажу. Я никогда никому не выдам тебя, Валёк. Я никогда... Можно я еще раз приду? Разрешаю. Разрешаю. Мы родились под знаком дела. Родились под знаком дела. Камень ваш есть изумруд, иначе смарагд. Что обозначает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства, годы, убеленные сединой. Опасайтесь блондинок, предпочитайте не есть рыбу. Валёк и Маруся ваши дети? Да. Маруся. Я знаешь кто? Кто? Я молодой волчонок. Да? Да. А я тоже? Нет, ты собака, ты охотник, ты меня догоняешь, беги за мной. Зачем он тебе нужен? Мне его жалко. Тебе его жалко? Тебе его жалко. Тебе его. Я в детстве мечтал поймать птичку. Потом поймал и разочаровался. Потому что птичку, как только возьмешь в руки, сразу хочется ее выпустить. Он, наверное, спрашивает тебя, почему мы так живем. Как? Ну, не как все. Да нет, не спрашивает. Но он тебя еще спросит. А почему мы так живем? А почему мы так живем? Так сложились обстоятельства жизни. Ты меня жалеешь? Я? Ты всех жалеешь. Кого люблю, того жалею. А кого не любишь? Тоже жалею. Тоже жалеешь. А я не знаю, как надо жить. Я не знаю. Ну, ты спи, спи. А Валёк и Маруся ваши дети? Вы их отец? Да, они мои собственные. Мои собственные, парень. И пусть только кто-нибудь попробует их у меня отнять. Ты не знаешь такого человека, а? Ну так ты ему скажи, что живьем ему не уйти. Нет, ты лучше ему скажи просто, что я хочу быть с ними, они хотят быть со мной, и нам хорошо вместе. Дети – моя точка опоры, моя отрада, моя радость. Они настоящие. Кушать подано! До свидания. Вася, ты, наверное, проголодался. Мама научила тебя быть благовоспитанным ребенком и не докучать хозяевам, когда они садятся за стол. У меня раньше была мама.
Да. А у меня не было, у меня сестра была. Нет, не было. Не окажешь ли нам любезность отобедать с нами? Господин профессор, к столу! Я люблю суп горячий, чтобы горячий был, смотри. Вот как немного нужно человеку. Мы сыты, теперь остается поблагодарить только Бога и священника. Да, да, да. Да, 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 да. Поддакиваешь, а сам не знаешь, при чем тут священник. Это вам дал батюшка? Да, его священство дал нам этот кусок мяса. Да, да, да. Хотя его левая рука не знала, что делает правая. И я думаю, что обе его руки не имели об этом ни малейшего представления. Да, да, да. Вы это взяли сами, да? О, мало не лишен проницательности. Суп, 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 суп. Наконец-то. Вы высказали свою мысль вполне уместно. А то я начинал думать, что этого мало. Ум бойче, чем у некоторых ученых. Воровать нехорошо. А это предрассудок. Почему нехорошо? Нечестно. Ну, видите ли, это замена одного спорного термина другим, не менее спорным термином. Уважаемый Вася, честность и все остальное прочее есть не что иное, как десерт. А десерт подают после обеда. Нет обеда, нет десерта. Суп, суп, суп. А вот она понимает. Скажи, Маруся, я хорошо сделал, что принес тебе жаркое? Хорошо. Маня была голодная, съела цветов. Ну вот как мало нужно человеку. Вот как мало нужно человеку. Тебе что-нибудь еще хочется? Тебе что-нибудь еще надо? Куклу. Ой, фарвоз без туманьтаты, ай. Ай-я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 й. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Тебе неприятно, да? Неприятно, неприятно. Я же вижу, как ты не по себе, а? Не по себе, не по себе! Все правильно. Одни едят, другие смотрят. Так всегда. Жуй, жуй, глотай! Глотай, жуй! Жуй! Бог даст, кусочек не застрянет у тебя в горле, и ты благополучно переваришь его на пользу своему организму. На пользу организму, а? Давай, давай, жуй! Мотай, жуй, жуй. Хорошо жуй. Ну хватит, хватит! Хватит!
А Валентин говорит, что судья самый лучший человек в городе. О! Потому что он засудил даже одного графа. А ведь графа уже засудить не шутка. Почему? Да потому что у него есть деньги, карета, слуги. Он же не простой человек, он же богатый. Вы представляете? Этот граф пришел к нам домой и кричит у нас в квартире. Я всех могу купить, я всех могу продать. А отец ему сказал, пойдите от меня вон. Вот и все. Вот видишь? И Валентин говорит, что твой отец не побоится прогнать богатого. А когда пришла к нему старая Иваниха, он повелел принести стул. А я судья! Пойдите от меня вон! Я вас ударю! А я граф, я знаменитый граф. Всех куплю, всех продам, всех задавлю каретой. А я судья! Пойдите от меня вон! Я сержусь! Не видите, что ли? Граф сильней! Пойдите от меня вон и принесите в конце концов стул! Граф сильней! Оставьте ваш костыль, бабушка! Граф сильней! Тут его не украдут! Пойдите от меня вон! Не рвайте волосы ни отца! Граф сильней! Судья сильней! Граф сильней! Судья! Граф сильней! Судья! Граф сильней! Судья! Граф! Судья! Граф сильней! Судья! А я говорю... Маруся хочет домой. 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 А где твой дом? Зачем тебе домой? Там сыро, а здесь солнышко. Оно у меня горит. Там душно, а здесь ветер. Он меня бьет. Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Я же говорила, я же сколько раз говорила, о Господи.
Ах, пропал, опять кухарка виновата. Что произошло? А то, что все на меня. Кухарка, 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 кухарка. Пропадает, значит, кухарка. Я что, одна в этом доме, да? Они у меня завсегда нашита с каеку. Так где же ему быть, как не они? Да ведь их садовник под яблони его нашел в землю молотый. Принес. Нашли они ножи, что нет, как нет. Знаю я, где ножи. Как с вилкой было в прошлый раз. Вилкой, какая вилка? Какая вилка? Нашла где вилку искать с утра пораньше. Не трогай. Я найду. Да брось. Уходи, дети спят. Все виноват. Спят? Знаю я, как ваши дети спят. Уходи, уходи. Да, да, да. Ножик у нее пропал. Удобный такой, говорит, ножичек. На вас думают. А я думаю, зачем понапрасну будить? Зачем с утра пораньше детей будить? Вы же все равно не скажете, если вы возьмете ножик. Вы же не скажете, если вы ножичек возьмете. Верно я говорю? Верно? Верно я говорю? Ищи свищи. Правильно? Не смей туда идти, окно открывать. Сегодня не будем проветривать. Почему? Здесь очень душно. Нет, не душно. Как не душно? Так не душно. Возьмите сапоги. Угу. Такая необыкновенная гусеница. Все-все поела. Помню, в 1872 году, нет, в 1871, как сейчас помню, все гусеница поела. А стул, верно, лишний? А это хозяин. Он человек строгий, но справедливый. Все стулья выбросил. Осторожно надо окапывать, если на землю пересаживать, чтобы корень не повредит, не потревожит. Не то. Иначе весной засохнет, и все пойдет на смарт. А это стул пригодится. Это хозяин. О, сударь, вы не лазаете больше на деревья? Почему? Вам мешает ваша пелерина. Ты хочешь, чтобы я залез на дерево? Ну, ты хочешь, чтобы я залез на дерево? Маску волка. Ты помнишь, как она сидела перед открытым окном и наблюдала весеннюю картину, прощаясь с ней в последний год своей жизни? Ты не помнишь, да? Нет, я не помню. Я ничего не помню. Ты стал похож на зверька. Да здравствует теплая одежда! Да здравствует теплая!
Милый, невинный крошка, сирота. Отчего не приходишь ты к нам? Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Катя, а? Куда же она запропастилась? Ах, проказница! Сонечка на тебя сердится! Я на 7 аршин под землей тебя вижу. Без очков. Очки он надел. Где ж кукла Катя? Сонечка, голубушка. Катю хочу. А, вот, Катю, вот, да, да, я Катю хочу. Я Катю хочу. Дай Катю. Где Катя? Ну, вот, я Катю хочу. Ой, Сонечка, больно. Ой, странно. Где Катя? Сейчас ее найду. Ах, вот она где у нас, наша Катя. Вы ищете ножик? Вот. Ах, вот он, да? Куда она, проказница, запропастилась, а? А давай зайдем к папе. Давай к папе зайдем. Может быть, Катя у папы. У папы головка болит. Может, она его пришла лечить? Может, она его лечить пришла? Пойдем. Когда смажут эти двери? Сколько прошу? Давай уйдем, Санечка. Видишь, и правда у папы головка болит. Уйдем. Моя жизнь прекратилась. Моя жизнь прекратилась, я уверен в этом. У меня еще сохранилась боязнь высоты. И я помню правила грамматики. Но эти внешние признаки не обманут. Жизнь ушла. Есть такой серый камень. Этот серый камень высасывает жизнь. Как тебе живется? Что ты читаешь? Жюля Верна? Это из Жюля Верна? Я не хочу стеснять твоей свободы. Любовь – это стеснение свободы. Человек должен жить свободно и одиноко. Почему? Зачем? Почему? Господин судья. Почему Соня плачет? Она капризничает. Господин судья.
заболел. Вот цветочек 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 заболел. Заболел, заболел. Вот цветочек 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 заболел. Вот сейчас причесываем. Вот заболел. Вот цветочек заболел. Надо причесаться. Вот цветочек заболел. Вот цветочек заболел. Цветочек заболел. Вот сейчас причесываем. Маруся. Вот цветочек заболел. Марусь. Вот цветочек заболел. Она утром была лучше. Спрашивала про тебя. Утром я не мог. Там у нас все кубы ищут. Ну, забери ее, она уже все равно не заметит. Вот цветочек заболел. Как же теперь будет? Чего? Они, наверное, уже забыли. Хорошая новость. Это старая проклятая гиена. Отец его прогнал. Правда, потом пожалел, вернул и дает ему еще 50 копеек. И еще я заметил, что отец чем сильнее изругает, тем больше денег даст. Ох, не хотел бы я попасть судье в лапы. Не хотел бы я попасть судье в лапы. А он разве злой? Да он не злой, он судья. Судья он. Он добрый, он знает много, он, возможно, знает все, что ему хотел сказать Жан, но он молчит. Он не хочет тревожить зверя в его последней берлоге. Ну, как тебе объяснить? Твой отец служит господину, имя которому закон. У него есть глаза, сердце, до тех пор, пока закон спит на полке. А когда закон слазит с полки и говорит твоему отцу, а что, господин судья, не взяться ли нам за этого, как его там зовут, Валентина? Тогда судья запирает свое сердце на ключ, и у него тогда такие крепкие лапы. У него не лапы, у него руки. Руки? Руки. Для тебя руки, а для него лапы. И для меня лапы. Не понимаешь, да? Случилось некоторое столкновение, не понимаешь? Неожиданная ссора. Не спрашивай меня. Не спрашивай, я не буду говорить. Случилась некая житейская несуразность. Расплывчатый меня чертами. Ну, хватит, хватит! То я начинаю говорить обиняками, о нормальностях жизни вообще. Вообще и в своих частности. Видно, придется уходить отсюда. Вот выздоровеет и уйдем. А как же я? Будешь генералом, как я. Ты же дворянин, как я? Да. Нравится? Дарю. Спасибо. Иди. И разбойников люблю, и воров понимаю. Если у одного человека много, а у другого ничего, что остается делать тому, у которого ничего?
Ему же тоже хочется. Притворяешься спящим? Так вот, слушай, я запрещаю тебе отлучаться от дома. Завтра утром я занят в суде. Вечером я буду говорить с тобой. Я тебя никогда не наказывал, правда? Я тебя пальцем ни разу не тронул. Ты знаешь все слова. Ты сильный, ты высокий, ты все делаешь правильно. То, как дверь она завоет, то запрочет, как дитя. Ты взял у сестры куклу? Да. Делаю попытки. Ты видишь? Ты видишь? Я делаю попытки. Но я чувствую, что не имею на него ни малейшего влияния. Подойди ко мне. Ведь никто не стесняет твоей свободы. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что никто не стесняет твоей свободы. Никто не стесняет твоей свободы. Понимаешь? Ты или я? Кому ты отдал куклу? Я не скажу. Нет, скажешь. Нет, не скажу. Скажешь, скажешь. Я не скажу. Скажешь. Я не скажу. Скажешь, скажешь. Я не скажу, я не предатель, я не изменник, я их люблю. Я вижу, мало претерпелся к упрекам. Господин судья, вы человек справедливый, отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но не сделал дурного дела. И если его сердце лежит к моим маленьким оборвышам, то велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик из-за этого пострадал. Отпустите мальчика. Вы ничего не добьетесь от него угрозами. А между тем я вам охотно расскажу все, что вы желаете знать. Выйдемте в другую комнату. А как же Маруся? Ну, все ведь ясно, не так ли? Я благодарен вам. Я действительно благодарен вам. Я ошибался в вас. Я и в своем сыне ошибался. Ведь можно знать человека с одной стороны и думать, что вот это весь он и есть, а человек многослоен. Хотите что-нибудь выпить, закусить? Тут, правда, нет столика, но мы сейчас что-нибудь... Прошу, но и слышать не хотел. Мне кажется, у меня нет любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. В какие двери выйти? Сидите, сидите. И я сам заразился смертью. Я был ею болен. Это вы. Вы меня вылечили. А смерть — это разложение. И вот я стал
разлагать все, всех, и себя тоже. Понимаете, она говорит, сплети мне венок. Сама умерла. Перед смертью порезала палец и заплакала от боли, что палец порезала. А потом умерла. Бессмысленно ведь, правда? И никого нельзя спросить, зачем это? Кто вы? Как вы живете? Как я живу? Я никак не живу. Не настоящая жизнь. Мне кажется, я вообще не живу. Все смутно, спутанное, ряд годов ничем не отмеченных. Обрывки воспоминаний. Вот я могу есть, я могу не есть, я вообще могу не есть. Это моя тайна. Я все умею делать, все умею, но зачем? Ты мне не верь, я хитрый. Приходи к нам. Отец отпустит тебя попрощаться с моей девочкой. Да, да. Она умерла. Иди. Иди, иди, попрощайся. Иди, сходи, попрощайся. Впрочем, стой. Нет, иди. Нет, обожди, обожди. Обожди. Вот передашь эти деньги Валентину и скажи, что я покорнейше прошу его, ты понял? Папа, покорнейше папа, прошу я тебе принять папа, это подари от тебя. Я тебе, папа! Я виноват перед тобой. Когда она была жива, я не замечал тебя. Из-за своего счастья. Потом не замечал из-за горя. Я надеюсь, ты когда-нибудь забудешь об этом, не правда ли? На портрете с мамой рядом, это Соня, да? Это ты? Ну да, это ты. Яблоко Маруси. Дай.